Улица Революционная. На первом этаже жилого дома сомнительный магазин. В народе такие называют наливайками. Местные жители негодуют. Лицензии у продавцов нет. Алкоголем торгуют и средь ночи. Из-за чего под окнами постоянно шум, грязь, крики, нецензурная брань. Неоднократно жители близлежащих домов жаловались, что очень много ходит сюда таких несоциальных элементов, которые пьют день и ночь. Они обнаглели до такой степени, что повесили плакат, что торгует круглосуточно. С проверкой в магазин приехал начальник областного главка Сергей Солодовников и спикер губернской думы Виктор Сазонов. На месте видно, закон здесь нарушают на каждом шагу. Документов на торговлю алкоголем у предпринимателей нет. И сама продукция подпольного производства. Сотрудники полиции изъяли более 100 литров фальсификата. Борьба с незаконной торговлей алкоголем в регионе усилена многократно. На фоне тех решений, которые мы сегодня ожидаем, принятие законов, ряда трех законопроектов, мы вот эти вот точки все закроем. У каждой, я уже говорил, поставим сотруднику полиции. 23 июня депутаты губернской думы рассмотрят законопроект, который исключит всякие лазейки для хозяев разливаек. В жилых домах им места больше не будет. И не случайно ГУВД вышла с законодательной инициативой по трем таким принципиальным вопросам по борьбе с алкоголизацией населения. Там жесткие требования, и все эти разливайки на первых этажах в городе Самаре, во всех муниципальных образованиях, они будут закрыты. Согласно новому законопроекту, запретят продажу алкоголя на вынос из ресторанов и кафе. А по воскресеньям купить спиртное будет невозможно уже после 17 часов. Меры должны помочь сделать ситуацию в городе еще более благополучной. Главное, жители домов, жизнь которых отравляли разливайки, вздохнут с облегчением. Вы видели, какое отношение общества. И всплеск эмоций мы услышали от населения. Уберите, закройте, не дайте этому нигилизму развиваться. Это раз. И на улице нашего города общение с населением сегодня характеризует отношение власти к обществу. Мы видим сегодня и замечания, мы видим благодарность со стороны населения. Мы понимаем потребность нашего народа. Общение с горожанами начальник областного главка и спикер Губдумы продолжили на набережной, где заодно проконтролировали, как сотрудники полиции и добровольные дружинники справляются с патрулированием улиц Самары. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.